Если что, у нас все в порядке, все нормально. Что такое? Ебануло где-то? Ну, в 4 утра попали в склад БК между Ашаном и метро. Понял, вот это вот как с правой стороны, чуть-чуть ниже трассы. Знаю я, где там у них склад. Там же шангары стояли просто, ну, там какое-то время. А сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, тра-та-та. Короче, детонировало только до 8 утра. Там несколько прилетов было, это 4, наверное. Ну, четко били, прям, ну, знали, куда бьют. Что-что? Знали, куда бьют, суки. Да, да.